Доброе утро. Сегодня выходим на охоту на перепела. Пойдем сейчас первый заход втроем. Круг сделаем, вернемся, поменяем компанию. Сегодня выходим, у нас в помощниках наша собака Дратхар Бен, который зарекомендовал себя за 6 лет очень неплохими результатами на охоте. По технике безопасности обращаем особое внимание на то, что все идем в одну линию, никто вперед не выбегает, никто не отстает. За птицей битой никто не бежит, у нас рабочая подающая собака, она всех найдет, всех принесет. Значит, поскольку не все у нас с двухстволками, да, после себя все гильзы собираем, в поле мусор не оставляем. Готовы? Готовы. Пойдемте. Первую птицу мы добыли, идем дальше, уже всех с полем. С полем. Вот он. Сейчас была классическая работа с легавой собаки. Собака стала в стойку, подошли, птицу подняли, птицу добыли, собака птицу понесла. Идем дальше. Тебя тоже жена лучше тебя стреляет? Однозначно, да. Забрали мы ее. Сейчас стреляли птицу на почти предельной дистанции. Птица под ранком пролетела, села, подошли, собака ее нашла, добрала, принесла. Так что под ранков мы не оставляем. Вот так. На результат теперь вы работаете. С полем. Привезете перепел, издает характерный звук присутствующий. Так у тетеревины, у фазана примерно следующий звук. При издании такого звука периодически взбадриваем охотников, чтобы не расслаблялись. Очень интересная реакция, все начинают сразу головами вертеть, глаза у всех начинают блестеть азартом. Первый круг охоты мы закончили, сейчас собачку попоим, собака отдохнет, выходим на второй круг. Сегодня птица есть, птицы не сверх много для перелета,
Но для охоты вполне достаточно. Успешно отохотились, птица взята, добыта. 12, 13, 14. На 2 меньше, чем вчера. На троих охотников мы добыли 14 птиц. Сейчас собака отдохнет пару минут и выходим на новый круг. Это была моя такая первая массовая охота на перепела. Вчера у меня не очень сильно все получалось, но мне как-то надо было привыкнуть. Сегодня вот вторая утрянка. Птицы было меньше, чем вчера, но выстрелов у меня было больше. Я очень рада. Собака вообще очень хорошо работает. Все понравилось, круто. Марин. Быстро, что ли? Ты поцеловал меня. Вот ты эта девочка. Вот так вот. А потом еще все общипает. Да. Я так и подумал, что он сейчас ее заросли попадает. Я так и стрелял, чтобы кадр. Федор, какой у нас молодец. Знаете, вот так, идите сюда, это как воспитатель в саду. Какой здоровый перепел. Прям хорошенький, чистый битый как. Но я отпускал, потому что, ну, близко. Вот это выстрел! Реально Но он ближе уже бы, чего? Нет? Нашел? Это выстрел сезона! Че, тройка тварей, да? Я говорю, в единицу заряжай, вообще без промахов было бы. Не, как его, я пятерку стрел. Пятерка? У меня второй... Остальное закончилось? Не, у меня первый, я ставлю девятку, второй ставлю пятерку. Очень.
Ой, хорошо! Дальше. Умница! 26-й. Смотрите. Вперед! Собрали. Ну что, охоту завершили, подведем сейчас итоги. Стрелки молодцы, и понамазали, и птичку добыли. Слушай, уже под конец охоты, наверное, начал как собака реагировать на свисток. Уже сразу вскидываешься. Вот. И Леша делает такой звук губами, как будто это перепел взлетает. Очень классно, бодрит и держит в тонусе. Друзья, мы сегодня приехали на славную Кубань. Алексей Майструк, мой товарищ, с Евгением Шеляпиным, с его ребятами, друзьями. Я здесь уже не первый раз. На перепела, на охоте я уже второй раз. Замечательная, совершенно динамичная охота. Не требует больших усилий от нас, кроме того, что кардионагрузка. Стреляешь много, желательно результативно. Говорят, сегодня я со стороны выглядел красавцем, но не могу подтвердить. Но вроде результаты я сегодня показал неплохие. Всем спасибо большое. Славная Кубань, замечательно. За второй круг мы добыли 12 птиц. Почти такой же результат, как с первого круга. Общее количество у нас добытого перепела сегодня 26 штук. Теперь едем на базу, приготовим и отведаем самого замечательного блюда из данной птицы. Это перепел, запеченный на углях с грушей. Добрый день! Сегодня была удачная охота. Сейчас приготовлю свое любимое блюдо из перепелов. Значит, из ингредиентов у нас, соответственно, перепел сегодня добытый, свежепощипанный, груша, соль, перец. Все это мы упакуем сейчас в фольгу с пергаментной бумагой и в дальнейшем на углях доведем до готовности. Укладываем грудкой вниз, перепел разрезали по спине, чтобы сохранить грудку, самое ценное, самое большое количество мяса у птичек. Укладываем одного к одному, не сильно близко, чтобы чуть-чуть между ними пространство было. Вот два рядочка, всю птичку выкладываем. Дальше мы берем в магазине самую простую, хорошую адыгейскую соль. Птичка маленькая, совсем буквально вот, отмеряем вот так щепоточку, не больше соли. И присаливаем нашу птицу. Присаливаем только с одной стороны сверху, потому что дальше с соком, солью все попадет вниз. Самый главный ингредиент блюда это у нас груша. Наша домашняя, кубанская, уже помытая, почищенная, нарезанная. Ее укладываем в каждого перепела. Та груша, которая у нас остается нарезанная, но перепела не поместилась, как раз вот это промежутки укладывается между перепелом. В данном блюде чем больше груши, тем лучше. Груши кашу не испортишь. Дальше мы заворачиваем наше блюдо. Сначала бумагу пергамент. Фольга у нас идет три слоя. Вот в таком виде. Дальше идем до костра. И готовим уже на углях. Сегодня у нас очень сильный ветер. Для Кубани не характерная погода в данное время. Но как бы охоту никто не отменял, готовку никто не отменял. Сейчас будем продолжать готовить наше блюдо даже в таких погодных условиях. Все, у нас 15-минутная готовность. Через 15 минут мы присаживаемся за стол и вкусим прям самое суперское блюдо, которое можно было когда-либо попробовать. Идем за стол. Давай.
поделку ложить. Перепел всегда являлся самой наивкуснейшей дичью. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Увидимся у нас на Кубани на охоте.